Американская академия киноискусств объявила номинантов на самую престижную в мире кино премию «Оскар». За звание лучшего фильма 2015 года будут бороться 8 картин. Среди них в центре внимания Тома Маккарти, «Игра на понижение» Адама Маккея, «Комната» Леонарда Абрахамсона, «Бруклин» Джона Краули. На самое большое число «Оскаров» 12 номинаций, включая награду за лучший фильм, может рассчитывать лента «Выживший» мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту, сыгравший в ленте главную роль Леонардо Ди Каприо, тоже номинирован на «Оскар». Вторым по числу номинаций стал фильм Джорджа Миллера «Безумный Макс. Дорога ярости». Постапокалиптический боевик также претендует на звание лучшей картины и еще на 9 «Оскаров». Семь номинаций у научно-фантастической драмы «Марсианин» Ридли Скотта. Режиссер остался без номинаций, но фильм может стать лучшим в ушедшем году. Мэтт Дэймон, воплотивший образ забытого астронавта, один из фаворитов на заветный «Оскар» в категории «Лучший актер первого плана». В список претендентов на лучший фильм попал и «Шпионский мост» Стивена Спилберга. Обладатели награды станут известны в конце февраля. Церемония вручения премии пройдет в Лос-Анджелесе.